Бұл Райымбек Исмайловичтің номері. Мондай заданияларды береді маған. Мол оқшыған Али Тоқтақуновтың бүгінгі күнді адрестерін тауып, маған тауып келесіңер Прагадан тері өлікті маған алып келесіңер деп, ұшындай бұйрықтарды береді. Али Тоқтақуновтың бүгінгі күндігі данылары Прагадан тауасын. Эмиль выполнял условия ареста исправно, пока этот влиятельный человек не позвонил ему и не сказал выезжать Эмилю на юг и заверил его, что он предупредил милицию и что они будут делать вид, что он сидит дома. Мой муж выезжает на юг и по приезду узнает, что должен готовиться к выборам. Эмиль отказывается и звонит этому человеку со словами, что он не будет работать на выборах. Услышав это, он еще больше обозлился на моего мужа, Эмиля. И, воспользовавшись режимом ЧП в стране из-за коронавируса и расширенными полномочиями милиции, дает указание милиции, чтобы все возобновили. В этот же день его арестовывают и садят в СИЗО. Төрт жол атышты уже. Унчукпай жүрөбүз. Бир да арыздан албайбыз. Билебиз эми арыздансак. Бар бул кишинин колунан мүмкүндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жанын алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Бандиттер менен биригип алып. Кимсанов аттуу киши Райымбекке койгон айыптоосу үчүн Кудайдын астында гана эмес, мыйзамдын астында дагы жооп берсин. Анын сөздөрүн укук коргоо органдары текшерсин. Мен элиме ар бир кишинин айткан сөздөрүнө оңойлук менен ишенбегиле деп кайрылат элем. Көзім менен көріп, мен өзімнің телефонына тартқан. Оң жағында қабырғалардың үстінде чоң көгала тұрады, жаңылы көрініп тұрады да жаңылы оғаны. И оң қолының үсті жағында чоң кроватпат жоқ, дал жағында, сол қолында дағы бірнеше кроватпат жоқ тұр. И мойнының алдында бірнеше кроватпат жоқ, и қызарып тұрады. Аябай катту токмоктошту деп айтты. Медициналык жардамга муктаж, санчаскада кайрылдым, эч кандай жардам бүгүнкү күнгө чейин болгон жок деп айтты 10-апрель күнү.